Тревожный звонок оповещает учеников и учителей школы номер 17 в микрорайоне Богородский о том, что им необходимо срочно покинуть здание. Но ничего страшного не случилось. Это всего лишь учебная эвакуация, которая уже по традиции состоялась в начале нового учебного года. Такие тренировки прошли по всей Московской области, не только в учебных заведениях, но и в других местах с массовым пребыванием людей. Основная задача пожарных и спасателей в подобных ситуациях – сработать максимально оперативно и слаженно. По сценарию, во время задымления в 17-й школе, после того, как все школьники и педагоги покинули здание, одна из учениц потерялась, не успев выйти. Ее и предстояло найти и спасти команде профессионалов, а также бессменному талисману Щелковского центра гражданской защиты Корги Марусе Леонидовне. Мы постоянно проводим такие мероприятия по развертыванию пожарных частей и с участием наших спасателей по эвакуации граждан, которые попали в беду при пожаре. В школе 17 были проведены учения по нахождению и спасению ребенка, который при эвакуации потерялся. И с помощью наших спасателей, а также с помощью нашей собаки Маруси, да, благополучно данный ребенок нашелся, и мы его спасли. По словам директора Щелковского центра гражданской защиты Леонида Киселева, пожарные и спасатели отработали как полагается. В очередной раз продемонстрировав, насколько организованно и быстро они могут действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. У нас было реальное задымление, реально работали у нас аппараты. И то есть сигнализация хорошая, аппараты, дым настоящий, дети вышли. Ну, сделали так, как все бывает в реальности. Я считаю, что все отработали четко. Вот. Два пострадавших найдены, эвакуация проведена в кратчайшие сроки. Все системы технического обеспечения пожаротушения в школе отработали на отлично. На территории округа подобные учебные тренировки проводятся постоянно. Благодаря им не только спецслужбы отрабатывают слаженное взаимодействие, но и граждане учатся действовать предельно четко и спокойно во время эвакуации. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.